Сегодня мы будем снимать, как защищает ваш любимый смартфон защитной пленки, которые призваны защитить ваш любимый гаджет от механических повреждений. Мы уже наклеили пленочку на iPhone. Видите, айфончик работает, все с ним в порядке. Эта пленочка просто защищает саму защитную пленку от царапин. Как ни странно, это может показаться. Но здесь я покажу, как выглядит сама защитная пленка. Я думаю, видно, да? Вот она. Я не буду ее целиком отклеивать, чтобы было видно, что она налеплена. На сайте производителя пленок вы можете посмотреть ролики, как они выдерживают прямые удары молотков, зубил, вообще различных тяжелых предметов. Я почти уверен, что и сейчас пленка защитит наш гаджет от механических повреждений. Давайте я попробую начать. Видите? Пленка работает. Даже если я ударю чуть-чуть поближе к краю, она спасет ваш iPhone. Если посильнее. Как видите. Я уверен, что если бы пленки здесь не было, телефон бы уже давным-давно разбился. Но, как мы видим, с пленкой все абсолютно в полном порядке. Повреждение почти незаметно. Более того, мне кажется, что я могу попробовать перевернуть аппарат. И пленка даже защитит его с другой стороны. Давайте попробуем. Видите, как оно работает? По-моему, это просто замечательное защитное средство, которое каждый пользователь обязан иметь для защиты своего аппарата. Смотрите. Внутренности аппарата почти не повреждены, несмотря на то, что я довольно сильно его бью. И даже сейчас он все еще продолжает подавать признаки жизни. Кнопка, пуск вышла. Я почти вижу, как там показывают прогноз погоды. Давайте уберем аккумулятор, потому что аккумулятор все-таки не защитится никакой пленкой. А все электронные пакеты остались целы до сих пор. Я вам больше того скажу. Эта пленка способна защитить любой аппарат от повреждений любой техники вообще. Вообще любой техники. Смотрите, как работает пленка. Даже на соседний девайс. Пленка защитит наш винчестер. Сюда останутся целыми. Пользуйтесь пленками китайских производителей. Все будет хорошо. Спасибо.